Фатальный прыжок. В Харькове мужчина погиб, убегая от полиции. Перед этим он пытался ограбить кредитное учреждение, угрожая кассиру пистолетом. Но женщина успела нажать тревожную кнопку, и появилась охрана. Грабитель убежал и спрятался в подъезде жилого дома. А когда полицейские нашли его и попробовали задержать, тот выпрыгнул из окна 4-го этажа. От полученных травм мужчина скончался в карете скорой помощи. Кто он, полиция еще выясняет.